Это Гумилев. И это крыса. Эту песню я написал в 12 лет. Вздрагивает огонек лампадки в полутемной детской тихо, жутко. В кружевной и розовой кроватке притаилась робкая малютка. Что там, будто кашель домового, там живет он маленький и лысый. Горе из-за шкафа платинового медленно выходит злая крыса. В красноватом отблеске лампадки по воде колючими усами смотрит, есть ли девочка в кроватке, девочка с огромными глазами. Мама, мама! А у мамы гости, в кухне хохот няни Василисы, ха-ха-ха! И горят от радости и злости, словно у колючки глазки. Страшно встать, но ждать еще страшнее. Где он, ангел светлокрылый? Милый ангел, прилетай скорее, защити от крысы и помилуй. Да что там, будто кашель домового, там живет он маленький и лысый. Горе из-за шкафа платинового медленно выходит злая. Не бойтесь. А крыса-то здесь.